Всем привет! Дорогие друзья, сделаем сегодня небольшой выпуск ZZBO TV, но не будем сильно углубляться в технические подробности нашего оборудования. Сделаем из сегодняшнего выпуска небольшое шоу. Сегодня мы находимся на строительной площадке. Как вам всем уже известно, ZZBO достаточно стремительно расширяет свои производственные площади. И вот сейчас мы находимся на фоне строительства АБК и производственного цеха компании «Тепло». Компания «Тепло» специализируется на производстве тепловых установок, котлов низкого и среднего давления, а также производство водогрейных котельных, теплогенераторов для обогрева промышленных помещений и парогенераторов. Здесь, на строительной площадке, мы уже не застали, но здесь был экскаватор, наш экскаватор «Гидромек». Так вот, хочу еще приурочить данный выпуск к профессионализму наших сотрудников и к большому желанию присоединиться к нашей команде специалистов высокого уровня. Если вы такими являетесь, то мы вас с удовольствием ждем. Так вот, друзья, сегодня мы с вами увидим несколько фигур наивысшего пилотажа управления экскаватором и проверим еще пару приемов, действительно ли способен наш сотрудник, скажем, закрыть спичечный коробок. Итак, дорогие друзья, наш доблестный экскаваторщик Кирилл и сейчас сделали небольшую инсталляцию такую с бутылками. Здесь у нас Пепси. Есть небольшая открывашка, спичечный коробок мы уже закрыли. Профессионал. Ну и потом, как бы из бутылки пить все равно не очень хорошо. Нальем его в кружку все-таки. Погнали! Смотри, что творит. Отлично. Оп. Вот так. Не камильфо пить из бутылки, поэтому, ребят, нальем в стакан. Итак, друзья, сегодняшним выпуском мы, думаю, показали, продемонстрировали высокий профессионализм наших специалистов, которые работают у нас в компании ZZBO. Ребят, все спешите отправлять резюме на электронную почту kadry@zzbo.ru. Мы ждем специалистов. У нас еще проходит постоянное обучение и повышение квалификации. Поэтому, наверное, больше скажу, рады тем, у кого есть желание учиться и зарабатывать. Открыл, попил, уехал.